Давай проверим ее. Давай, это, пока лаву не налили. Блин! Налили же лаву! Всем привет, с вами Нубас и Владус, и сегодня Нубас продолжает играть в Майнкрафт, а я продолжаю его учить. Сегодня мы построим снова очередную троллинг-ловушку. Да. Готовьтесь. Ну, сначала надо поставить лайк, я первый. Я второй. Да, в смысле ты первый? В смысле ты первый? Ну, там еще есть вот третий лайк. А, давай, ладно, третий. Так, подожди. И сегодня мы набираем 5 лайков, не 4, мы сегодня прям по харду, да? Вот третий лайк, да, смотрите там. Вот он стоит, да, мы так на него смотрим, вот. Вот. Четвертый лайк с тебя. А пятый знаешь с кого? Скинь. Догадайся. Да, скинь видосик своему другу, и он поставит. Ну, скажи ему, скинь и скажи ему, на, поставить пятый лайк. Если он спросит, ты чё, дурак, скажи ему, чтобы посмотрел видосик. Все, надо оформить подписочку. На наши каналы, на мой канал и на канал Купидона. Ну, то есть, если вы еще не подписались или забыли, там, не знаю, подпишитесь. Вот. И нажать на колокольчик. Чтобы вам приходили уведомления. Так, дзынь. И все. Нубас, давай. Сегодня мы будем делать троллинг-ловушку не для мобов, а для игрока. Для харди, да, сделаем? Когда он к нам придет, типа? А ну да. Когда мы будем здесь в прятки играть? Ну я, кстати, можно. Да что не получается? Вот он. Можно. Он придет к нам, смотри. И мы его затроллим несколькими ловушками. И сейчас пока... Ну, главное, чтобы он эти видосы не видел. Харди, если ты смотришь этот видосик, ты его закрой. И не смотри. И не смотри. Ну лайк поставь. Ну лайк, да. И другу скинь. Да. Ведь нам на 5 лайков набрать на этом видео. Я за тобой слежу. Давай, что надо? Ну ты, конечно, круто следишь. Что надо брать? А, бери рельсы. Значит, вот. Вот у тебя все рельсы. Что, все брать? Да. И бери липкие поршни. Нет, обычно можешь сложить. Так, и теперь возьми, знаешь что? Ну там, по-любому, ведь редстоун еще нужен будет. Ну редстоун, понятно, да. А факелов не хватит? Вагонетку надо, вот. Вот. Вагонетку. А у тебя ее нет, надо скрафтить. Она крафтится? Ну да. Бери железо. А, у тебя есть железо. И вот так вот. Тук-тук-тук-тук-тук. Расположи. Нет. Верхнюю убери. Это ванна. Верхнюю убирай. Вот она, вагонетка. Все. Уходи. А, слушай, а возьми землю побольше. Мы сделаем, знаешь как? Мы сделаем такой бугорок. Сейчас вы, ребят, увидите. Смотрите видео, как бы не перематывайте. Далеко не ушел. Он как будто, знаешь, на коленках стоит, мне так кажется. Не, ну он просто жопой к тебе повернулся. Ну это как бы нехорошо. Не надо Димас так делать. Поехали. Не надо Димас так делать. Ну все, доезжай. Давай где-нибудь вот здесь сделаем, да? Давай. Вот где-то тут. Вот наш босс. Подожди, что... А, мы же там динамит ставили, на котором я взорвался. Во-во. Было дело. Вспомнил, да? Вспомнил. Давай, что делаем? Ну смотри, сейчас у тебя есть лопата. Вырой небольшую ямочку для схемки. Сколько на сколько? Без разницы. Как хочешь, это все сейчас... Мне хватит. Нет? Ладно. О! Так, там это пещера. Это наш бассейн. А, да. Да? Ну да, наверное, мне кажется. Ну да, мы тут заделывали. Да, это, видимо, наш бассейн. Тогда да ладно, что, давай сделаем там. Как раз копать не придется. Сейчас вырышь яму, поставишь туда механизм. Ну, сделаем, чтобы у нас отодвигалось всего 2 блока. Нам этого хватит, в принципе. Смотрите. А зачем мы тогда сейчас так выкапываем? Харди будет ехать на вагонетке, хотел сказать, на лодке. И... Там активирующая рельса будет стоять. Ну, рельса с кнопочкой. Вот это, покажи. Вот это. Рельса с датчиком. Он ее проезжает, поршни открываются, и он падает в яму. Или в лаву. Че думаешь? Давай лаву зальем, но. Ну все, давай. Так, лаву нет только. Да ладно, это потом. Смотри, ставь 2 поршня вот сюда. Вот туда. Вот сюда. Сюда. Да, вот так. И вот так. Все. Теперь на них 2 земли. Все. Короче, сейчас все сделаем, ребят, и мы вам перезвоним. Короче, ребят, смотрите, что у нас получилось. Вот, показывай. Как-то вот так вот. Все это должно быть. Смотрите, ребят, у нас стоит вот рельса с кнопочкой. Вагонетку, вот смотри, поставь на нее. Вот чисто поставь. Опсик! И у нас поршни отодвигаются, потому что. Там должна быть лава еще у нас. Да, мы это потом. Потом в идеале. Потом это нальем. Смотри, пока покажи, чисто как схема. Ты видел, как она горит? О, да, ну-ка. Нифига себе! Ребят, это прям лампа. Так, ну ладно, хоть работает. Ну я уже с этого рад. Можно даже просто здесь лесенку поставить. Ой, рельсу. Ну смотри, покажи, вот смотри, под ней редстоун стоит. Редстоун. Вот, когда она активируется, вот этот редстоун сигнал. Да, смотрите. Он идет сюда и гасит вот этот редстоун. И поршни, они активированы с самого начала, а потом такие... И да. Ну все, слушай, давай сейчас знаешь, что сделаем? Да, закрывай эту всю схему, построим здесь небольшой бугорок. Будто он так заспавнился здесь, понял? Вот. Это реально троллинг-ловушка будет.
Понял? Так, как правильно поставить ее здесь? Ну давай, подумай, ты же майнкрафтер уже хороший. Ну я бы не хвастался. Я тоже пошутил сейчас. Так, да, 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 вот так оставляй. Тут же главное еще не передвить это все, да? Да, просто сверху мы сейчас поверхностно это все сделаем, и вообще по кайфу будет. Где-нибудь, знаешь, в два, в три слоя максимум, в три слоя ее сделаем, и вообще норм будет. Так у тебя земли не хватит. Так, будем экономить, значит? Как? Так. Лопаты нет? Да, ломай вот так вот аккуратно. Все равно не хватит, ну бас. Да? Надо что-то предпринимать. Походу придется за землей. И давай заодно лаву возьмем. Ну да, погнали, погнали, погнали. Все, побежали. А может, слушай, так, давай подожди, сначала ты, построим. Может. Че ты сейчас сказал? Так, Димасик, хорош хавать, погнали. Ты наелся, ты бодр сил. Бодр сил. Полон сил. Че базарит еще? Стой здесь. Че, может, я пойду? Да тебе, мне, в принципе, одному нормально, да, можешь идти. Смотри, Димас куда пошел. Давай я пошел, давай, пока. Это Димас пошел. Давай, пока. Смотри, я пошел. Смотри, он такой сваливает. Пока. Я пошел. Они оба от меня свалили. Что Димас, что этот? Понятно. Где еще лаву-то сейчас искать? Все, я пришел. Землю надо, да? Давай побольше. Это гранит. Вот земля. Все, и лава. Где лава? Не знаю. У тебя есть ведро? Теперь нету. О, есть. Давай. Три ведра. Да нам хватит. Нам даже двух хватит, мне кажется. Давай возьмем все. Ну давай, бери все. Так. Димас уж. В смысле? Ты что, угораешь? Так, куда он делся? Да в другой стороне, наверное. Че ты? Вон он. О, свинозомби! Нифига себе. Из зада пришел. Из зада. Из зада? Из зада. Нифига он. Он так-то далеко, наверное, шел, да? Ну, очень далеко. Блин, я такого ни разу не видел. А, нет, или мы видели. А если на Димасе заехать в ловушку? Ну ладно, с дверью. Сейчас не будем рисковать. Ладно, не будем рисковать. Так-то можно выпрыгнуть, если что, из любой потом. Все, давай. Смотри, у тебя уже травой заросло. Да. Заросло. Все, давай. Меня базарит. Сверху немножко сейчас еще. А, буквально пару блоков. Ну, не один. Один как-то не очень смотрится. Мне кажется, один бы хватило. Вот так. Итак. Вот так, все. Все, вообще нормальный бугор. Вот чисто отойди. Вот. Это прям как. Нет, на вообще бесполезно. По-моему, на какашку похоже. Нет. Да. Похоже на шедевр. Нет, на какашку. И рельс такая одинокость. Давай ее, в принципе, там оставим. Давай. Все, пошли, мы сделали поликлушку. Можно еще одну поставить просто. Потом как-нибудь Харди придет, скажем ему сюда вагонетку поставить. Он по-любому ничего не заподозрит. Он не догадается. Если он видос не посмотрел. Если ты досмотрел до этого момента. Ну, Харди, держи. Так не делается. Выключи, или ты пострадаешь. Да. Подожди, так. А получается, активирующая, она же тоже нужна? Ну да, конечно. Ладно. Смотри, он что, доедет до этого момента. Ну да, типа, а давай, скажем. А что, давай вот прям вокруг этого искусства сделаем. Но смотри, знаешь, в чем фишка? Что вот эти два блока, когда они разомкнутся, рельса сломается и тоже упадет в лаву. Да? Так. Тогда надо было тогда один блок. А, нет, это типа, нормально. Да? Это идеальная маскировка. Но пока что сломай, пока ты лаву туда не налил. Так, пока сломай. Сломать? Я не помню. Вот этот? Да. И вот второй. Нет. Вот, этот сломай еще. А, точно. Я уж дури. И все, давай сделаем начало откуда-нибудь. Или так, ты хочешь прям круговую, так, типа. Можно прям. А потом мы скажем, типа, мы сделали тут круговое американские движение. Американские горки, смотри. Оп, подожди. А, он так не заедет. Рельсы закончились. Блин. А, так давай активируем. Так в смысле, активирующий поставим, чтобы быстро. Да, вот эти забирай и красные ставь. А, у тебя она одна. Нет, три. Нет, это не те. Активирующие рельсы. Не те, на скоростные. Вот эти? Энергорельсы. У тебя одна. Вот все сегодня не так, а? Плохо вообще. Ну ладно, сейчас гоняем до дома, короче, возьмем еще рельс. Пошли. Ну, короче, рельсы поставили, давай налей сейчас лавы пока что. И закрой эту вообще дырку всю. Так, вот. Получается, надо вот сюда ставить. Да, на нижние блоки. Ну, можешь и сюда, как бы без разницы. Да, все. А подожди, зачем она не разливалась? Она разливалась туда. Да, ладно. Ну все, короче, закопай это все. И тебе нужно сейчас активировать рельсы, понял? Как? И здесь еще надо поставить парочку штук. Я забыл. Вот тут поставь еще рельсы. У тебя как раз две оставались. А, точно. Да, одна энерго и одна. Он такой подумает, о, сразу после кнопки энерго рельсы. И понял. А тут... Ну, ну так, ну, еще энерго. Через одну. Ну да. Ты просто тормоз. Так нет, ты сказал сразу. И все, давай сейчас поставь факел. Получается, ты тут обманщик? Нет, обманщик ты. Ладно. Так, какой факел? Красный факел. Сюда? Да. Все, теперь активируй вот эту. И все. Вот. И сюда. И сюда. Короче, ну все, тут, по-моему, ничего делать не надо. Давай проверим ее.
Тут надо будет еще сделать, наверное. Да, давай, пока, пока лаву не налили. Так. Блин, мы налили же лаву. Подожди, я вылезу. Ты дурак, она закрылась. В смысле, пока лаву не налили? А ты что горю-то? Все. Да я не знаю, что ты горишь, наверное, потому что мы лаву не налили. Капец. Еще и тележка пропала. Опять заново ее делать нам придется. Так ты... Еще и Димас там стоит. В смысле, лаву не налили пока? Да я... Я не знаю, я забыл. Ребят. Ты хочешь еще раз проверить? Нет, я на этот раз просто поставлю. Надеюсь, так, подожди. А через серию ты забудешь? Я налил лаву, подожди. А через серию ты все равно это забудешь? Возможно. Ребят, напоминайте ему в комментах постоянно, можно что он налил лаву. Да, можно еще табличку поставить. Дурака. Все, поставь тележку и не толкай ее. Так, куда я дел? Фух, вот она. Точно не толкай? Тормози на... Все. Подожди, а если я на ней не сижу, она поедет, она тоже активируется? Да, активируется, конечно. Понял, все, надо, значит, вообще уйти. Все, уходи отсюда, давай, так, уезжай Димас. На Димасе домой. В общем, давай к овечкам едь. Нашим нормальным, любимым овечкам. Все, ребят, что ж, с вами был Владус и просто, ну, Басин, я не знаю, я... Да я сам не знаю, как это получилось. Да. Пока мы лаву не налили, Грилон. Да ну, блин, ну забыл, ну с кем не бывает. Вот с вами такое бывает? Возможно, конечно, нет. Вот именно. Можно в коммент написать. Ну забыл, ну что такое? Все, в общем, ребят, надеюсь, вы поставили 4-й лайк, скинули другу, и он поставил 5-й лайк. Да. Все, потому что мы-то уже поставили, там овечка поставила. 3 лайка уже есть, да. Вот. И подписались на наши каналы. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.